Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александра Лезина, я преподаватель вокала музыкальной школы «Виртуозы». Сегодня я расскажу вам про два упражнения, которые помогут вам разогреть голосовой аппарат и расслабить его. Первое упражнение на разогрев следует выполнять таким образом. Мы будем тонко-тонко вдыхать и также тонко выдыхать. Упражнение следует выполнять 4-8 раз. Будьте осторожны, может закружиться голова, можно и больше, но этого вполне достаточно. Это немного разогреет голосовой аппарат. Естественно, это не заменит полноценной распевки. И следующее упражнение направленное на расслабление. Первое, что стоит сделать, полностью расслабить лицо, брови, губы, полностью расслабить шею, плечевой пояс. Можно закрыть глаза и попробуем сейчас поскрипеть. С детства каждый знакомый звук, называется он штробас. Звучит он так. Если с первого раза не получается, нет ничего страшного, нужно пробовать осторожно, аккуратно, можно помогать себе руками еще раз. Надеюсь, эти упражнения будут для вас полезны. Спасибо за внимание, всего доброго!